Здравствуйте, друзья. Вторник. Еду на работу. И, знаете, такое время у нас нынче. Эпоха такая. Такая мини-эпоха. Турбулентная. Знаете, много всего происходит. Мысли всякие вызывает. На поверхность, так сказать, выходит. В частности, вот со всеми этими, как сказать, бурлесками нашего цирка, не только вот последнего, но и предыдущее президентство тоже. Вот я последние два, я на них смотрю, и как бы начинаю лучше понимать, во всяком случае, по-другому формулировать для себя, что такое хороший президент. Вообще, президент это как? То есть у него, конечно, очень много функций, да, то есть он и как бы объединяет народ, и как бы армии руководит, и там, ну, все замечательно, главнокомандующий, там все это понятно. Как бы символ нравственности, чистоты там должен был бы быть. Но так, если как бы линию так подвести и баланс, значит, там просчитать, получается, что система власти так устроена, вот этот вот треугольничек, где у нас есть президент, конгресс и суды, там верховные суды, не только. Получается, что для того, чтобы вот эта система из трех компонентов работала эффективно, нужен такой президент, который в состоянии вот весь этот механизм как бы смазать, и так, чтобы он гладенько так работал хорошо. Вот, то есть не нарываться на решения суда негативные, то есть не вести себя так как бы в антиконституционном таком плане, то есть не, вот туда не залезать. Потому что это блокирует имплементацию, применение, внедрение решений. Так, чтобы гладенько все шло, не вот без этого желательно. Без того, чтобы в судах оспаривалось. Или, во всяком случае, оспаривалось не в твою пользу, получалось в итоге. Бывает, кто-то оспаривает, но все-таки ты прав, и ты довел до конца. Второй момент состоит в том, что если законов не принимать, новых, или, допустим, таких, которые ты хотел бы принять, то ничего не произойдет вообще. Потому что президент, в принципе, он, его работа в том, чтобы по закону действовать, сказать, да, применять закон в жизни. А суд нужен для того, чтобы сравнивать то, что происходит, с тем, как это по закону. То есть все-таки начинается все с законов. И основная как бы функция президента – это гармонично работать с законодателями в том, чтобы законы принимались, устаревшие там отменялись, новые там применяли, ну, как бы входили в силу и так далее. То есть в этом, собственно, задача президента. Если он не может договориться с законодателями, то фактически страна оказывается в застое, в стагнации. Это то, что произошло уже с Обамой. Обама не был здоров договариваться. То есть вот чего не было, того не было. Он, конечно, не был готов к должности, да, то есть у него не было такого политического опыта, который был практически у всех людей, которые до Обамы заступали на должность. То есть они работали в аппарате государственном, или они были сенаторами. То есть люди, которые с той или с другой стороны вот в этой связке работали, да, власть исполнительная, власть законодательная, скажем, Рейган был губернатором, да, там. Ой. Ну и вот приходят люди, которые со стороны, можно сказать, они могут быть харизматичными. Например, вот интересно, я сейчас табличку смотрел, значит, как разные, как сказать, половые, можно сказать, различия проявляются, как женщины голосуют, как мужчины. Получается, вот что за Обаму женщин больше намного голосовало, чем мужчин. А, допустим, за Буша и Трампа наоборот. Как интересно. Вот, то есть разные, как бы разный аппил, разная привлекательность, так сказать, для разных групп населения и так далее, и так далее. Но в конечном счете, или ты можешь договориться с законодателями, или ты не можешь. И это то, что произошло с Обамой, и особенно ярко это проявилось в принятии вот этого Обама-Кера. То есть
Они его как-то так протащили, по-скотски, можно сказать, в том смысле, как они обошлись вот с этим процессом. И вот и дальше это предопределило фактически все дальнейшее президентство Обамы. Хотя, я думаю, и до этого он ничем не отличался от того Обамы, который по-скотски протаскивал при поддержке своих там, естественно, однопартийцев. И вот эта вот манера решать все действиями одной партии, это вот прям с него и началось. Он говорит, вот у нас есть тут большинство, значит все, значит наше, значит мы сейчас пойдем и сделаем. И вот мы до сих пор это все имеем. Ну, теперь там как бы хозяин поменялся, там партийность поменялась, а принцип остался. Вот мы с вами не дружим, мы теперь сами все делаем. И в итоге мы имеем одно президентство такое очень сомнительное по результативности. И самое главное, что вот Обамакер. Значит, вот то, как его приняли, предопределило то, что он оказался, в общем-то, неэффективным. Так, он не войдет в историю страны как какой-то сдвиг вперед. Нет. Как-то говорит, неудачная попытка, да. Сдвиг вперед, шаг вперед, нет. Поэтому вот эта вот однопартийность, как бы, она вредит стране очень сильно. То есть, вот, может быть, там эти политики, которые там наверху, может быть, они что-то с этого имеют, я даже не знаю, вот что можно иметь, не принимая никаких решений, там ничего не добиваясь и так далее. Ну вот, в итоге, мы когда смотрим на президентство, то мы говорим так, или ты в состоянии объединять. И когда у тебя харизма есть, это позволяет тебе объединять. Понимаете, когда ты там, как сказать, оратор большой, это позволяет тебе вдохновлять и объединять, и добиваться своих целей. Когда у тебя рейтинг высокий, это психологически воздействует на тех же законодателей, которые голосуют за или против, понимая, что они что-то такое делают, что имеют, ну, какую-то широкую поддержку в народе. А вот сейчас вот у нынешнего рейтинги низкие, ну вот какая у него есть сила там, какой у него есть аргумент. Понимаете? Поэтому все то, что мы видим в президентах, вообще в политиках, по большому счету позволяет им сделать только одну единственную вещь, но самое главное, это позволяет им собрать людей до кучи, пусть даже они не обязательно твои сторонники, но ты с ними по каким-то вопросам объединяешься, договариваешься, или в обмен что-то делаешь, ты здесь с ним, там здесь, и в итоге вместе что-то можно сделать. Вот эта способность человека собрать толпу, чтобы сделать что-то вместе, вот это и есть главное для политиков. Ну не толпу, а так имеется в виду такую хорошую, правильную толпу, да, которая решает что-то. Не тех, которые там с нацистскими там лозунгами ходят, со свастиками и так далее. Не эта толпа имеется в виду. И вот почему вообще мысли на этот счет? Потому что мы видим подряд два недееспособных президента, которые не в состоянии с законодателями договариваться. То есть вот у них нет там достаточно голосов вот для этого. Вот скажем, Обама с Обамакером. У него не было достаточно голосов вот для этого. Но он мог сделать пол этого, четверть этого. Он мог сделать шаг вперед на такой взаимной основе. И тогда он говорит, я открыт к обсуждению, я открыт к кооперации. Но вот то, что мы делаем. Так это же то же самое, что сейчас вот этот вот тоже. Он то же самое говорит. Пусть демократы к нам присоединяются и голосуют за то, что мы предлагаем. Ну, они же видят, что они козлы. Пусть теперь к нам. У них же не получилось. Вот давай теперь с нами будем. То же самое. То есть неспособность договариваться. Я вспоминаю Буша, младшего, когда вот незадолго до конца его президентства он пытался реформу иммиграционную провести. Иммиграционная реформа для всех, для нас вопрос такой актуальный. В общем, он пытался провести иммиграционную реформу, и вроде бы так все согласны были. То есть он со всеми договорился. То есть каждый имел там, демократы имели то, что хотели, республиканцы имели. Ну, то есть вот как-то так все было. И было это 10 лет назад. Вроде бы он договорился, но дальше демократы ему сказали, ну хорошо, сказали они ему, это же твоя инициатива, это же ты считаешь, что нужно провести вот такую реформу. Она, кстати, включала легализацию нелегалов, вот эта реформа.
То есть это как бы один из основных таких, ну, пунктов, куда упираются демократы. То есть, пожалуйста, легализация нелегалов. Там, ну, все. И демократы сказали, ну, хорошо, ладно, бог с ней, с реформой, но вот, вот тут дай нам вот что-то, вот так, какой-то хотели кусок там, ну, где-то абсолютно со стороны и никакого отношения не имевшие вот к этому ко всему. И Буш говорит, ребята, ну вы что, вообще обалдели? Говорит, какая же связь-то, ну так не годится. Они говорят, ну не годится, значит не годится, значит не будем голосовать за миграционную реформу. И Буш сказал, ну раз не удается, значит не удается. Ну, то есть он не стал делать ничего такого, что вот нынешние как бы себе позволяют. Они говорят, значит, не удалось. Значит, не удалось. Вот. А эти говорят, если не удалось, значит, если нет большинства, значит, будем, значит, если нет договоренности, будем ломать, будем крутить, будем выкручивать, будем там, но свое мы вот там. Да, поэтому кризис власти в стране. Что законодательно, ну, законодательно еще куда ни шло, ладно. Ну, я имею в виду, ну, да, я имею в виду судебное еще куда ни шло, законодательное какая-то непонятная. То есть, с точки зрения одобрения деятельности Конгресса в стране, это просто катастрофа, там какие-то, ну, там, типа, там, 12% поддерживают деятельность Конгресса. Что они там делают? А что там поддерживают? Да они только собачатся и все. Поэтому что там можно поддержать? Как кризис, какой-то системный кризис. Где выход? Непонятно. Конечно, тут еще накладывают отпечаток современные технологии, мне так кажется. Потому что вот с появлением интернета монополизация информации ушла. Если раньше там было, там несколько основных газет, которые все читали. И вот эти несколько основных газет определяли как бы общественное мнение. Ну, либеральные, консервативные, какие были. Вот. А сейчас как бы интернет, вот мы с вами беседуем, правда? Происходит такая либерализация информации, да? Владение информацией. Какие-то веб-сайты, какие-то фейк-ньюс, какие-то, я не имею в виду, когда называют там что-то фейк-ньюс, а когда люди специально сидят и сочиняют, и распространяют, и деньги получают за счет того, что там люди в ужасе бегут смотреть, что там произошло, на что-то кликают. Это целая индустрия такая большая. Вот, поэтому технологии наложили на это какой-то отпечаток. Вот я помню, когда Обама избирался первый раз, это был первый раз, когда на интернете, 2008 год, значит, 7-8, да, когда на интернете он проводил успешную, ну, его, так сказать, организаторы его компании проводили успешную кампанию по сбору денег на интернете, он собрал втрое больше денег, чем там противостоящий ему кандидат. То есть вдруг впервые технологии, да, позволили как-то резко вырваться вперед одному из кандидатов, кто пользовался технологиями. Ну, и так далее. Очень интересно, это все влияет. Но с другой стороны, вот эта демократизация происходит, демонополизация, демократизация информации. И в этом смысле возникают механизмы, которые не позволяют больше тем, кто у власти, не позволяют им больше власть монополизировать. То есть не позволяют делать втихую, не позволяют лгать так, как они привыкли лгать. Концы в воду там запускать и так далее. Все эти концы вылезают, может быть, не все, но многие. Где-то они вылезают. Любая ложь мгновенно разоблачается тоже. Вот только что он сказал, в течение там часа вся страна знает, что он соврамши. Кто интересуется, конечно, некоторые не интересуются. Вот. Поэтому очень-очень интересное время у нас сейчас. Я думаю, боже, было ли когда-то в истории человечества время такое, как сейчас? Вот. Я когда пацаном был, а не только пацаном, а так еще и, скажем так, буквально до самого, так сказать, развала СССР. Просто телефон был проблемой. Вот не было телефонов дома у людей. Номеров не хватало, емкостей на телефонных станциях. Там всегда всего не хватало у них. Такая страна была интересная. Не хватало всего. В частности, вот там телефонная связь. Не хватало.
с гордостью говорили, что вот у нас самая большая телеграфная сеть в мире, в стране, там типа 40% телеграфного обмена мира приходится на Советский Союз. И это они с гордостью. А во всем мире люди просто звонили, говорят, приезжаю там через 3 дня, там поезд такой-то, понимаете? А у нас надо было пойти телеграмму дать, встречайте там туда-сюда. Да, и вот это все на наших глазах, кстати, вот от того, что телефонов не было. Я помню первую передачу цветного телевидения. У нас еще телевизора цветного тогда не было, но, во всяком случае, они говорили, вот это первая передача, мы с нашим черно-белым там смотрели на это цветное. Я еще помню, как цветной телевизор стоил 1200 рублей. Это в стране, где там инженер, выпускник там института, получал 110. Это еще не всюду 110, были места, где меньше платили. 110 это было неплохо. Да. А полковник советской армии получал там, не знаю, 350. Может быть, даже 400. Телевизор стоил 1200. И вот сейчас, правда, как интересно, и все это в жизни вот нашего поколения произошло. Я думаю, мы еще не помираем, там еще время есть. Я с интересом думаю, что ж там еще впереди. И как это повлияет на абсолютно все. Вот в частности, мы видим, что механизмы власти оказались подвержены влиянию. Так, друзья, мы должны заехать на улицу Эль Камино Реал безопасно. Что нам удалось? Сегодня у меня последний урок в онлайновом классе. Это будет в 6 часов вечера. Да. Я вчера рассказывал, когда с работы ехал, что у нас вот сейчас начинается в четверг онлайновый класс, а 7 сентября, сентября 7, то есть что там, 2 недели осталось практически. У нас начинается full-time класс, то есть это ребята, которые съезжаются в основном из разных мест. Там уже будь здоров, забито. Вообще, надо сказать, что последние классы очень так битком, там много народу. Ну, это, собственно, естественно, это так цикличность наша такая. Когда лето заканчивается, начинается некоторый подъем, а ближе к началу лета начинается некоторое такое охлаждение, отпуска. С детьми надо куда-то поехать там. Такого плана. В этом году еще добавились вот эти страхи по поводу визы. Не визы, разрешение на работу для H4 девочек. В сентябре, вот в этом месяце они должны как-то определиться, хотя я думаю, что неопределенность это как бы такой фирменный знак нашего времени. Да. Может быть, они опять не определятся. Но, в общем-то, Верховный суд должен определиться с тем, чтобы отозвать или не отозвать разрешение на работу у H4 и AD. Вот, потому что если это произойдет, то это, ну, это, в общем-то, влияет. На нас это влияет. Какой-то период времени будет влиять, поскольку они отложатся спрос, пока они получат уже настоящее разрешение на работу. Ну, не драматично, но, в общем, мы это почувствовали где-то в марте, в апреле, когда вот эта вот вся волна пошла, буча, и народ перепугался, мы так немножко это почувствовали. Ну, вот, собственно, и все. Что у нас еще сегодня-то? Даже не знаю. У меня вообще последнее время такие, знаете, мысли... с возрастом, что ли, даже не знаю, мысли о том, что вокруг нас столько людей, и мы могли бы что-то сделать для них, и не делаем. А потом, когда уходят эти люди, я говорю о близких людях, потом уходит близкий человек, ты думаешь, что ж я, как-то уже сейчас возможности нету, а когда была, не воспользовался. Как-то все кажется, там где-то там оно успеется, и может быть это не так важно, а важно вот туда побежал или сюда побежал. Потом время проходит, и уже возможности нет, и вот думаешь, как же так получилось-то? Я именно о близких говорю.
когда вернуть невозможно, понимаете? Да. Не знаю, не определился еще. Что-то вот такое у меня, наверное, возрастное. С другой стороны, вывод из этого такой, что не надо дожидаться, пока что-то случится. А вот есть возможность сделать что-нибудь хорошее. Для этого что нужно? Для этого нужен фокус. Нужно хотеть и спрашивать себя, что можно сделать. А у нас же много дел, понимаете, у нас тут дела, и там дела, и здесь дела, и о самых близких людях и подумать некогда. Так получается. В общем, грустная мысль, да, получилась? Нет, мы на грустной концовке не будем видео заканчивать, мы что-нибудь позитивное. Хотя оно не то, что грустное, оно такое философское, можно сказать. На философском можно, правда? На философском можно. Я вот тут все экспериментирую с тем, как камеру приладить. И то она у меня с микрофончиком, то без. Вот я вчера вечером ехал, и мне говорят, звук как из могилы куда-то ушел, там этот звук. А я не поставил микрофон, потому что вот так тут эти трубки торчат, что не вставлялось. Места не было. Я в обычном, так сказать, раскладе разговаривал. Вот. Так что. А сейчас надел. Сейчас вставил микрофончик. Так вот мы едем, беседуем. И я надеюсь, что лучше звук. Вам виднее, потому что я не чувствую, честно. То есть я пытаюсь послушать, но это чтобы так серьезно послушать, надо было бы послушать одно, потом другое, там до такого, после того. У меня ни сил, ни желания нету, поэтому я доверяю вашим комментариям. Хотя они, в общем-то, и расходятся тоже. Но есть серьезная доминанта в сторону того, что с микрофоном лучше. Мы ехали вот в Санта-Крус в пятницу вечером. И я вот так же тоже камеру поставил и микрофончик воткнул. И мы со Светой всю дорогу болтали, просто болтали. И я записывал с тем, чтобы посмотреть, как влияет качество дорожного покрытия, как влияет, допустим, то, что вы по городу, не по городу, там, хайвей, не хайвей, с микрофоном, без микрофона, так его несколько раз вставлял, там, вынимал и пытался посмотреть, как пойдет. Значит, что получается, что на хайвее этот микрофон очень здорово собирает низкие частоты. И дорога, и движок так прет туда сильно, что голоса наши совсем не слышно. Понимаете? Вот. А вот это устройство я хотел поставить. Почему? Потому что я могу его крутить там левее-правее, так, чтобы когда мы со Светой едем, чтобы она могла иметь микрофон ближе. Так что так она обычно вот у меня вот тут стоял, так, и ей было далеко. Вот. А так получается, что мы можно было и равноудаленно поставить, и ближе к Светлане поставить, и так далее. Но когда вот идет шум, вот сейчас тоже он идет, но сейчас шершавая такая дорога, но мы медленно едем. А если вот быстро едешь, там 60 миль, там даже 50 миль в час, то молотит так, и шум в салоне, и невозможно. Вот, а так по городу ничего. Вполне возможно, что то, что вы слышите, отличается от того, что слышу я. То есть, если микрофон собирает низкие частоты, усилий как бы, да, дополнительно, то вы можете слышать гораздо больше шума, треск там, чем я, когда с вами разговариваю. Да. У нас есть тема, которая появится у нас в сюжете. Это Анна Леонидовна, глядя там на мои сюжеты, там, иммиграция с 25 тысячами, человек вопрос задавал. Потом там паренек приходил, говорит, иммиграция с 1 000, как он там в Ки-Весте во Флориде был. Но и она так это посмотрела и говорит, а я, говорит, иммигрировал, я не помню, там, с 20 долларами, что-то такое она рассказала. То есть у нее было больше, но у нее украли, когда она приехала. И вот у нее ничего не было, вот у нее там осталось 20 долларов, там и сумочка
там маленькая, там ничего мне не было. Коля нас этим выживала. И я говорю, давай вот сделаем видео, как эмиграция с $20. Да. Там один чувак написал, там, что я, говорит, вот это про эмиграцию с $1000, где парень довольно подробно все рассказывал. Он написал, я, говорит, даже смотреть не буду, потому что, говорит, понятно по названию, что фигня. Фигня, не фигня, а вот человек, пожалуйста. А он уже, кстати, работает. Вот его уже прибрали. Так что вот он только поговорил, а уже раз и в дело пошло. Да. Что неудивительно, правильно? Люди, которые выживают тут, они обычно выживают и там, и здесь, и со всех сторон. Если у тебя навыки выживания такие развиты. Есть люди, которые не выживают, не могут. Или, может быть, большая беда нужна, я не знаю, чтобы так как-то их встрепенуть. Ну, в общем, да. Мы все поэтому и разные, что в случае с чего кто-нибудь да выживет, понимаете? Бывает такое время, что выживают шустрые, а бывает что такое время, что выживают те, кто не высовывается. Мы недавно совсем пережили. Вот не высовываешься, живешь, высовываешься, нет головы. Поэтому мы так вот... Так. Кто-нибудь да выживет, правильно? Ладно, друзья, вот мы приехали. Вот она, Лос-Алтос, офис Плаза. Вот на ней написано Портнов Компьютер Скул, вам не видно, но вы видите самого. А вот там еще Портнов и Компьютер Скул, там написано. Все по-честному. Стекло, что ли, помыть-то? Смотри, как, наверное, вам. Тут не идеальный такой вид, но в следующий раз помою. Я ищу просто позицию для камеры. Такую более... Как сказать? Симпатичную, откуда вид получше. Единственное, что, вот когда у меня вот на подставочке, да, камера стоит тут, это GoPro, я еду, взял, повернул, потом взял в руку, вот сюда показал, вот там что-то в окне взял, туда засунул, и так она вот, вот тут стоит, и все. А эту так крутить нельзя, потому что там несколько, раз, два, три сочленения, там, с замочками, поэтому... Чтобы эту так на ходу повернуть, таких возможностей нету. Поэтому так вот интересно получается. Ну хорошо, ладно, мы приехали. И я с вами прощаюсь.